Я в тебе! У нас в команде завелись свиньи. Свиньи опоздуны. Что происходит? Какие пирожки могут быть в нашей команде? Они сами как пирожки. Мой план выдался на 100%. Лени, держи меня, нет! Я могу показать вот такую вот форму и еще вот такую. Пузо это прекрасно, особенно у мужчины. Типичный стереотипный качок такой тупой, он еще так разговаривает. О, я пойду качаться. Бодибилдеры, они здоровые. Я бы тоже так хотел. Сейчас широчайшие раскрою. Ой, как могу. Свело икру, свело икру. А мы что должны делать? А что мы должны сказать? Может, показать пару движений? Всем привет! Вы на канале Body Mania. И это 6-й выпуск фитнес-проекта «Теперь ты в теме». Девчонки, конечно, все прикольные, здесь нет неприкольных. Девчонки все просто огонь. Ну, у него сторисы в Инстаграме такие: я качаюсь не ради себя, а ради вас, смотрите, я ваша мотивация. Просто, наверное, быть собой и не думать, что вас оценивают со стороны. Хотя вас оценивают со стороны. Наши участники полностью погружены в тренировочный процесс, ведь совсем скоро их ждет серьезное испытание на турнире «Кубок Яшанькина». Неделю назад наставник команды «Спортэксперт» Сергей Родин бросил вызов наставнику команды «Геон» Алексею Столярову. Мы видели твою форму, которую никогда ты до конца не доводишь. Так что, Леша, может тебе прийти к нам в трансформацию, и мы тебя подкачаем. Алексей тут же отреагировал на такое заявление. Очень жаль, что Серега мне не так интересен, как я ему. Что же, придется с ним биться. И уже через несколько дней две команды встретились на легкоатлетической площадке. ГЕОН. Эффективные и безопасные продукты, разработанные на основе анализов воздействия спортивного питания на организм. Спорт эксперта Валар. Это качество, международные стандарты и приемлемая цена. На одном из испытаний Сергей получил травму и продолжил соревнования уже в качестве тренера. Мы думаем, сейчас здесь придем, либо будет американский футбол, регби, которым мы должны порвать свои силы и мощности слонов, а тут какие-то бегуны и прыгуны. Ну и что, качки бегать не умею. Участникам пришлось бегать. Что такое происходит? Еле-еле, понимаешь? Прыгать. Таскать нелегкий груз. А также поглощать аппетитные порции, не наслаждаясь вкусовыми ощущениями. Level Kitchen – это первоклассное здоровое питание с содержанием белков, оптимальным уровнем жиров и медленными углеводами. Такой рацион позволяет избавиться от лишних килограммов без потери мышечной массы. По результатам испытаний с небольшим отрывом победила команда ГЕОН. Итоги дня. У нас 3 травмы, качки не готовы к бегу, однозначно. Но сегодня мы их не сильно жестко разорвали, вот, победили мы, поэтому Сергею Родину мы ответили делом, что он нам словами, мы ему делом. В общем-то, как всегда и происходит. Проект поддерживает крупнейшая сеть спортивного питания «Кингстар». Две остальные команды Victory Nutrition и V-Time в баталиях не участвовали, а готовились к фитнес-уикенду в рамках Кубка Яшанькина. Тренируются участники в залах сети фитнес-клубов X-Fit. В универсально-спортивно-оздоровительных комплексах для каждой категории находится все необходимое оборудование.
Самыми строгими наставниками на этой неделе, как и на предыдущей, оказались Андрей Попов и Кристина Здорикова. Сразу хотелось бы отметить по поводу опозданий. В режим вы вошли, но опаздывать продолжаете. Скоро уже будут первые вылеты. Вы все замечательные, хорошие, красивые. Но каким-то образом нам нужно будет кого-то выгонять из вас. Поэтому будет учитываться все, в том числе вот сегодняшнее опоздание. Поэтому надеюсь, что впредь вы будете более ответственно подходить ко всему. Предлагаю опоздавших наказать. Точно. Парни и девушки, как всегда, разделились. Одному лишь участнику из категории «Трансформация» пришлось тренироваться не со своим полом. Даже за опоздание наказывают в команде. Взбесили меня сегодня некоторые наши участники, которые опоздали, из-за которых нам пришлось задержать съемки. Что хочется сказать, что надо как-то поуважительнее, наверное, все-таки относиться к проекту, рассчитывать свое время заранее, чтобы предотвратить это на будущее. Сегодня будем как-то этот вопрос решать. Будем делать по 100 бёрпи. Страдать будет каждый участник команды из-за двоих-трех опоздавших для того, чтобы в следующий раз было неповадно. Бой! Страдать! Давайте, еще. Я сейчас получаю настоящее удовольствие, ловлю дзен, когда я смотрю на вас. И когда вы страдаете, вы опоздали. И в следующий раз я придумаю что-нибудь еще пожестче. Мы же любим спорт, а спорт любит нас. Показывает их желание работать на проекте, желание тренироваться, желание сидеть на диете. Если они позволяют себе опаздывать, они вполне могут позволить себе съесть что-то не то, потренироваться меньше, чем нужно. Это просто показатель отношения, отношения к проекту, отношения к наставникам, отношения к спорту. Каждому нашему участнику предназначается свой набор спортивного питания. Метод кнута и пряника. Вместо пряников первоклассный спорт ПИТ. Victory Nutrition – линейка премиальных продуктов для профессиональных спортсменов и физически активных людей. Нам выдали спортпит, но, честно говоря, я надеялась, что у нас в комплекте для хомячков будут там массажные банки, банка меда, чтобы делать медовый массаж, что там еще, какие способы в народе, пленка обязательно пищевая, чтобы обматываться. Тренеры поставили перед собой четкую цель – довести своих подопечных до пьедестала почета. Ваше наказание по сравнению с тренировками Андрея – просто детский сад. Это было обидненько. И что это такое? Ты что, представляешь, что пусеничка там? Ниже садись, давай еще. Что? Ну что, братан, теперь ты в теме, теперь ты умеешь приседать по-настоящему. Тренировки слишком легкие на самом деле. Кристина меня жалеет. Всего 3 силовые, но мне хочется все 6, мне кажется. Может быть, просто я функциональный тренинг еще не пробовала, но мне слишком легко. Кристина, дай, пожалуйста, пожестче. Ребят, вы, наверное, думаете, кто я такая? Я пропустила первые съемки в связи с тем, что выступала на Самсоне. Я на проекте для того, чтобы подвестись к соревнованиям. Как многие уже знают, я несколько раз выступала, но не заработала ни одной медали. Но я надеюсь, что в этом проекте меня научат быть в топе. Я решила немного апгрейднуть, потому что нужно показывать свою индивидуальность, личность, а как бы черный цвет это позволяет очень стильно. Вот, решила сердечко нашить, как бы передать свою любовь. Меня похвалили. За 2 недели у меня есть прогресс. Я набрала уже 2 килограмма. Я на трансформации массонабор. И надеюсь, это мышцы. Выдали нам бутылку L-карнитина, и это огромная радость, потому что я его буду пить, втирать, делать паровые бани, сделаю все, что только возможно, лишь бы был результат. На
Мне кажется, то, что тренера нас очень жалеют, потому что с десятками на сушке, серьезно, я сделала бицепс, бикинистка, но это не дело вообще. Мне кажется, что дальше должен быть реально хардкор, нас должны гонять, нас должны мучить изо всех сил. Все молодцы, я ни на кого уже не злюсь сегодня, вот, но в следующий раз за опоздание будут наказания вплоть до вылета, реально, прям вот таким образом. Меня больше бесят участницы, которые вот опоздали, из-за которых пришлось просто, ну, жестко себе там рвать, скажем так. Вот, я бы их, конечно, наказала очень сильно. Ань, слушай, ты вот на Самсон ездила, участвовала. Как ты думаешь, чего не хватило для победы? Я думаю, что мне еще над подачей нужно работать. Подачи не хватило, то есть позирование еще хромает. Еще пока не дотягиваешь. Девчонки, ну все, давайте настраиваемся. Уже в ближайшее время с вами начинаем позировать. Будете практиковаться и одни, в том числе и без меня. Будете записывать это все на видео, отправлять мне. Да, я буду смотреть, соответственно, следить за вашей динамикой, как у вас все получается. Потому что, конечно, можно сделать супер офигенную форму, но при этом не суметь ее донести, не суметь подать, не суметь передать энергетику, да, в зал. Это все очень важные составляющие вашего выступления. Действительно, на тренировке Кристины было на что посмотреть. У Андрея Попова тренировка была не менее интенсивной. Только потом и невероятными усилиями можно добиться такой же формы, как у самого наставника. Для того, чтобы закрепить прогресс и выявить отстающие зоны, в конце тренировки Андрей уделил время позированию. Стоите в боковой позе и скручивайтесь. Старайтесь в любом случае, чтобы номеров судьи видели. Итак, поехали. Давайте фронтальную позицию. Одна рука должна быть на поясе. Максимальный бодибилдинг. XXL. Красавчик. Ты широкий, ты это не прячь, ты широкий, вот всегда стой вот так вот. И выводим широчайше, вот встаем вот так вот. И... да. Некоторые из ребят впервые выходили на сцену на нашем кастинге. Лево хорошо, остальные плохо. Среди участников команды Виктори есть и выступающие спортсмены. Правда, и в их позинге наставник нашел огрехи. Уровень очень разный у ребят, очень разный. От уровня уже соревновательного, то есть есть один-полтора человека, которые умеют позировать. Нужно только небольшие корректировки, а есть люди, которые совсем не умеют позировать. Ем очень много, а теперь мне нужно есть еще в два раза больше, и это просто как не в себя. У меня желудок разрывается, если честно. Многие мне завидуют. Следующими в тренажерном зале появились ребята из команды V-Time. Силы есть у вас? Сегодня у нас будет тренировка с Кириллом, а со мной будет сегодня позирование. Буду ваш суровый наставник. Начнем с номинации бодибилдинг. Сегодня мы, ребят, с вами качаем спину. С мэнс-физиками мы качаем икры, потому что нам нужны икры мощные. Все остальное у нас спрятано в шортах. Номинация похудеть. Сегодня я вас заставлю просто похудеть. Страдать. Я вас сегодня заставлю страдать, я вам обещаю. Юлия займется номинацией бикини. Позирование. Да. Сегодня тренер команды V-Time отсутствует, он на соревнованиях, поэтому я взялся за тренировку и прокачал парней, прокачал девочек. Кирилл вместе с Юлией Землянкиной решил провести огненную тренировку. В этот раз ограничиваться жимом от груди рекордсмен мира не стал, а продемонстрировал комплекс упражнений для каждой отдельной категории. Сперва мы сделаем канатики, сделаем берпи. Я этим комплексом месяц убивался, и я вам скажу, очень-очень здорово. От меня никто просто так здесь не уйдет.
Перехватывайся. Давай. Давай, и на лыжах, поехали. Да, давай, я с тобой вместе. Даю тебе энергию. Лени, держи меня, нет. У меня ушло где-то порядка 2 килограмм за 2 недели проект. Ну, мне это вообще не нравится. Я буду разговаривать сегодня с тренером, может быть, поменять немного питания или более интенсивные тренировки сделать мне. Плохо? Ладно, 5 раз сошла с дистанции. Вот теперь смотри, я тебя в следующий раз проверю. Нужно будет комплекс весь полностью доделать. Самых, конечно, кого я хотел бы выделить, это номинация похудения. Одна девочка упахалась так, что ей стало плохо и стошнило. Год назад пытался начать заниматься кроссфитом, и у меня то же самое было на моей первой тренировке. Это просто переутомление организма. Это нормально, это боевое крещение. Я мечтала попробовать эти канаты. Я на той тренировке смотрела на них, но как-то не рискнула к ним подойти. А потом, оказывается, вот мы сегодня должны были с ними работать. Я поработала, это просто нереальная кардио-тренировка, забиваются все мышцы, у меня работал пресс. Бренд V-Time Sport – это спортивное питание от фармацевтической компании Aquion. Продукты V-Time учитывают потребности организма до, после и во время тренировок. В составе продуктов только те активные компоненты, эффективность которых доказана. Вся продукция производится из европейского сырья на фармпредприятии с сертификатами ISO и GMP. V-Time Sport. Используйте достижения. Бодибилдеры принялись забивать широчайшие спины. Ну, это у нас, ребята, бодибилдинг. В принципе, уже рассказывать мне нечего. Все, что нужно, они знают, судя по форме. Не понаслышке, поэтому все, что я могу сказать, это доброе напутственное слово. Давай! Да все ништяк. Вот на самом деле, все супер. Все супер. Что придумать? Можно просто поизучать надписи спонсоров. Ну, тут есть Сарычев, Пауэр, Экспо есть. В прошлом я профессиональный игрок в американский футбол. Играл за команду «Московские патриоты», за сборную России. Сейчас уже, наверное, лет 6-7 не играю. У меня семья, 3 детей. Семья меня поддерживает в этом проекте, помогает мне, мотивирует меня. Папка, давай. Я буду фаворитом в бодибилдинге, я выиграю этот проект, потому что я умею показывать лучшую форму. Со стороны на билдеров поглядывали дрищи из трансформации. Режим качков во многом пример для набирающих массу парней. Воспользовался моим советом, пельмешки как? Заходят. Заходят, да? Ну-ка, давай покажем. Давай покажем до и после. Я здесь вижу 2 пельмени. Ну-ка, у тебя? Ну, здесь пол хинкалина. Ладно, сейчас мы все это будем наращивать. Сами трансформаторы тренировались со свободными весами. Давай, жги. Вот, красавчик, давай, давай. Давай похер на красоту кадра, давай читинг. Терпи, 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 терпи. Напампили бицухи, мы сегодня работали вдвоем с моим конкурентом Усачом. Как мы можем вообще с ним конкурировать, если он 80 килограмм, а я 60? Как мы можем с ним конкурировать, если только в пропорциях нас будут мерить? Делает нормально по классике, чистенько, но дрожит. Вот эта чистота для кадра ему дается тяжело. На усах далеко не уедешь, как говорится, поэтому все остальное я прорабатываю в зале. Прям потею, как только могу. Выкладка хорошая, выработка хорошая. Слушаю тренеров, самое главное, ребята. Что я могу сказать Усачу? Он здоровее меня, я настоящий дрыщ. Это можно понять по моим мини-баночкам, мини-прессу. Вот, так что я настоящий дрыщ, а не Усач. На жертвенном одре физики. Ноги им качать не надо, но про икры забывать не стоит. И, к моему удивлению, у Лукаса просто нереальные икры. Смотри, как секется. С ростом за 2 метра, это просто реально, это вот
силовом экстриме это мог просто топ. Заценил мою икроножную, мою заморскую икру. Вот, сказал, что мне нужно идти в стронгмен, что есть большой потенциал. Я, в принципе, над его предложением задумаюсь и, возможно, даже приму его. Какое-то ощущение получается, когда мы еще были на кастинге, что вот толстяки и толстухи именно самые такие позитивные были и остаются ими. Уже несколько недель участники отказываются от вредной жирной пищи и быстрых углеводов, но выдерживают не все, да еще тянут за собой других. Сдержал слово, в том числе накормил всех своих соперников, того, чего я и хотел добиться этого, чтобы быть на шаг вперед их, поэтому им сейчас придется потеть очень хорошо, но я уже спотел. И, в принципе, даже не поел. Притащил какие-то кексы и какую-то херню. И вообще, мне кажется, он такой, типа, я уже скинул 8 килограмм. Мне кажется, он вообще на чем-то сидит, я не знаю. Но он прям ходит, просто хвастается этим всем, приносит нам кексы. Как бы сам он худеет, такой весь молодец, а как бы наш боевой дух этим подавляет. Юле Землянкиной не меньше, чем Кириллу, удалось выжать весь сок из девочек на тренировке. С каждым разом упражнений становится все больше, а сами занятия проходят максимально интенсивно. Справляться с такой нагрузкой удается не всем. Очень хочу бургер. На самом деле хочу вкусный бургер, где будет много сыра. Он будет очень сочный и вообще очень вкусный, потому что я ничего себе не позволяю, так как для меня диета – это строгие, строгие рамки. Я люблю четкость в этом плане. Вот. В финале тренировки девушек ждал позинг. Так, девчонки, сейчас мы будем с вами позировать, выявим ваши минусы, плюсы. Минусы будем убирать, плюсы выпирать. Давайте сейчас вам покажу, вы будете повторять хотя бы примерно. Я буду подходить и поправлять вас. Здесь вот открыть нужно широчайше. Вот, видишь, ребра. Жаркая, экзотическая девчонка, зовут ее Юма. Позирование на сегодняшний день не очень, но я прям уверена в том, что она подтянется буквально за 2-3 раза, потому что она нас танцует классно. Позирование – это сложно, это сложнее, чем тренировочный процесс, это творческое все. Я раньше до этого никогда не позировала, поэтому для меня было как-то сложно. Осталось там буквально неделю до соревнования, поэтому нужно отрабатывать. Придется дома часами перед зеркалом работать. Бикинистки, они, у них своя, там, у них свой рай. Вот, они там как бы богини, которые как бы с нами особо не общаются. Я в основном общаюсь вот с трансформацией и как бы все. Занятия по позированию очень важны, ведь уже через неделю участников ждут первый выход на профессиональную сцену и, конечно же, будут первые отсевы. Буквально на следующей неделе все ребята пройдут боевое крещение, десантируются за 100 километров от Москвы и будут впервые участвовать уже на соревнованиях. Следите за выходом новых роликов и будьте в курсе, кто покинет проект уже в следующей серии. Есть одно условие. Ты свои трусы рвешь у нас на глазах, вот эти вот. Глаза родные. Тут как-то жарче, чем в Москве. Тут вообще такая атмосфера крутая. Сели в какую-то адскую колесницу, которая куда-то несется, и неизвестно, к чему это все приведет. Поэтому пашем, работаем. Я живу в одном конце Москвы, а не в другом. Кто что в рот пихает, я не знаю, поэтому нужно за этим следить. С ними еще по-другому бороться, но у меня есть свои планы, там свои фишки. Все вранье и провокации, не верьте никому. Хочу стать ведущим, хочу помимо этого зарубы устраивать, участвовать самому в зарубах, освещать вот это все, вот этот движняк создавать, для того, чтобы замотивировать и оставить какое-то свое наследие. Подписывайтесь, там новые видосы очень крутые. Я просто в рекламу вот так смотрела. С
сидела полчаса реально, не моргая. Если вы этим не занимались, встаньте возле зеркала, попробуйте сделать то, что делают бодибилдеры на сцене, и вы поймете, что это тяжело. Думаю, скоро к ребятам в бодибилдинг даже заскочу с такими моментами. Мне нравится испытывать этот мандраж перед боем. Это прям офигенное чувство. У меня никакого абсолютно образа нет. Я вот такая. Вот такая. Ух! Парни, ну вы со мной согласны? Че? Тупой качок же? Я вообще. Я не могу. Я его когда вижу, он просто для меня такая большая скала. Но он классный, что сказать. Просто такая мощь на тебя идет. Я сегодня была плюс 200 грамм. На весах я вообще обалдела. Я сходила в туалет. Ну, я сначала взвесилась, потом пошла в туалет по-маленькому. Минус 600 грамм. Думаю, сейчас еще по-большому дойду. И вообще будет, короче, ровно 76. Но я сходила и не помогло. Плюс 200 грамм по сравнению со вчерашним днем. Дружбы женской в проекте, я думаю, ее здесь не существует, потому что здесь только жесткая конкуренция, жесткая борьба. Хейтеры можете тоже написать, что я там жируха, толстуха. Не знаю, можете написать, что хорошенькая. Ну вообще пишите хорошее на самом-то деле. Я ведь милашка. Мне нравится то, что я могу совмещать, допустим, спорт и винную индустрию. Ну да, алкашка как бы. Ну я вообще к качкам хорошо отношусь. Честно, прям у меня брат качок и пауэрлифтер. Я уверена в себе, я тренируюсь изо всех сил. Все.